Добрый день, дорогие друзья! Рад видеть вас на канале Гороскоп. Прогноз на 11 сентября 2023 года, и мы начинаем начинать. А начать хотелось бы с просьбы о поддержке канала. Поставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарий под любым из роликов, и если вам не трудно, сделайте репост одного из моих прогнозов, а также подписывайтесь на канал в Телеграме, ссылка есть в описании. Ну а я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Овен. В этот день Овну полезно вспомнить о романтике. А если окружить ею некого, тогда хотя бы о творчестве. Его душе просто необходимо расправить крылья для полета. Начать можно с малого. Напишите что-то приятное своему близкому человеку. Нарисуйте смешную картинку или сделайте коллаж из фотографий для друга. Гороскоп в этот день советует Овну не ждать повод для милых подарков и нежных слов. Внезапность сделает любой сюрприз втрое приятнее. Не бойтесь показаться сентиментальным, для этого тоже должно быть место в повседневной суете. Любовный гороскоп для Овна. Этот день может помочь Овну обнаружить ключевые камни преткновения в его отношениях с любимым человеком. Согласно гороскопу, он как никогда близок к решению вопроса. Почему одни и те же ситуации в личной жизни повторяются из раза в раз практически без изменений? Звезды в этот день советуют Овну обратить внимание на эти знаки судьбы, и именно они дадут подсказку, где в его отношениях с противоположным полом происходит сбой. Проанализировав ситуацию в этот день, Овен сможет со временем выйти из затянувшейся полосы препятствий. Гороскоп карьеры и финансов для Овна. В этот день Овен будет остро нуждаться в поддержке и помощи в работе. Дело не в том, что ему не хватает навыков или знаний, чтобы выполнить задание. Просто в этот день ему необходимо чувствовать, что он не один и заслуживает уважения не только после получения результата от работы, но и в процессе ее выполнения. Небольшой сплин совсем не помешает общему делу. Напротив, Овен будет приятно удивлен количеству откликов коллег и доброжелательностью руководства. Так что день все-таки будет плодотворным и в целом приятным. Телец. В этот день гороскоп предупреждает Тельца о возможной критике со стороны руководства или старших членов семьи. Какой бы неприятной ни оказалась ситуация, не следует проявлять излишнюю агрессию, даже если оппонент не прав. В этот день Тельцу также не стоит торопиться с жалобами на несправедливое обращение. Это может привести к непредсказуемым результатам. По возможности общения с вышестоящими и властимущими в этот день надо избегать. Любовный гороскоп для Тельца. Осторожно! Настроение Тельца может быть в этот день опасным для его отношений с любимым человеком. Гороскоп говорит о повышенной эмоциональности Тельца. В этот день он склонен к провокационному поведению, обидам, эгоистичному взгляду на мир. Велики шансы размолвок со второй половинкой. Чтобы этого не произошло, Тельцу следует сдерживаться. Только самоконтроль поможет ему в этот день избежать конфликта. Взять себя в руки будет просто, однако извиниться за некорректное поведение будет сложнее. Из двух зол звезды в этот день советуют Тельцу выбрать, конечно же, наименьшее. Гороскоп карьеры и финансов для Тельца. В этот день у Тельца все поделено на черное и белое. Никаких компромиссов в работе он не приемлет. Звезды в этот день склоняют его к идеальному исполнению любой работы, к чему он и будет, собственно говоря, стремиться совершенно искренне, переделывая по нескольку раз то, что кажется ему недостаточно совершенным. Это, в принципе, не так уж и плохо, если только Телец не занимает руководящую должность, потому что начальник-перфекционист далеко не предмет мечтаний подчиненных, которому остается в этот день только посочувствовать. Близнецы. В этот день звезды указывают на приближение нового и неожиданного события для близнецов. В этот день вы можете получить известие о поездке, деловой или туристической. Кроме того, возможно, приятное известие от друзей, живущих в другом городе. Гороскоп советует близнецам приготовиться к сюрпризам, а также задуматься о том, чтобы самим превратиться в этот день волшебника. Удивите друзей и близких. Займитесь организацией званого ужина без повода или поездкой на природу в выходные. Любовный гороскоп для близнецов. Это именно тот день, когда близнецам пора полностью отдаться флирту и любви. Звезды советуют быть раскованнее, не стесняться проявлять свою сексуальность. Близнецы, особенно женщины, в этот день, как никто другой, способны быть яркими, непредсказуемыми и чувственными. И это как бабочек на огонек привлечет к ним представителей противоположного пола. Гороскоп предупреждает о том, что в этот день неотразимые близнецы смогут произвести незабываемое впечатление на кого угодно.
угодно. И на нового знакомого, и на свою вторую половинку. Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. В этот день главной составляющей успеха близнецов на работе будет информация. Причем любая. Относится она к делу или нет, это уже совершенно другой вопрос. Звезды в этот день наделили близнецов неудержимой жаждой поглощения нового. Не только знаний или новостей, необходимых для дела, но и банальных сплетен. Впрочем, гороскоп приветствует подобную любознательность близнецов, в этот день она может пригодиться для дела. Рак. В этот день раку стоит вспомнить о заветах Ильича, призывавшего учиться, учиться и еще раз учиться, дорогие мои. Для того, чтобы справиться с возникшей проблемой, необходимы новые знания, а потому в этот день раку стоит заняться самообразованием или же попросить консультацию эксперта. Этот день идеально подходит для того, чтобы записаться на курсы или открыть заброшенный учебник. Любовный гороскоп для рака. Раку в этот день предстоит как следует подумать о любви и отношениях. Согласно гороскопу, этот день благоприятен для неспешных размышлений и анализа ситуации. Не стоит ставить барьеры мозгу в этом полезном процессе. Именно в этот день для самых сложных случаев может найтись, наконец, выход или хотя бы приемлемый компромисс. Если в личной жизни рака сложилась неоднозначная ситуация, в этот день ему стоит взвесить все «за» и против. Вдумчивый подход поможет в этот день принять наилучшее решение. Гороскоп карьеры и финансов для рака. В этот день у рака может появиться серьезный повод задуматься о повышении своей квалификации. Звезды не уточняют, что именно сподвигнет рака сесть за парту, это не обязательно будет пробел в знаниях. Движущей силой к обучению может оказаться, ну скажем, к примеру, чувство зависти к коллеге-эксперту или же желание рака пойти на повышение и использовать новые навыки как основной козырь в беседе с начальством. Но вариант с отсутствием каких-либо нужных знаний в этот день тоже не стоит исключать. В этом случае учеба просто необходима. Раку как воздух. Гороскоп ободряет. Учиться никогда не поздно. Лев. В этот день лев может почувствовать, что все в его жизни получается как бы само собой, без особых усилий. Гороскоп советует наслаждаться ситуацией. В этот день звезды сошлись для льва самым удачным образом, поэтому можно расслабиться и получать от происходящего тот максимум, который вселенная может вам предложить. На волне радости и легкости лев в этот день может генерировать блестящие идеи, которые стоит запомнить или даже записать. Любовный гороскоп для льва. В этот день лев может встать перед гамлетовским выбором – быть или не быть. Этот день, когда ему волей-неволей придется задуматься над тем, чего он хочет от отношений. Насколько доверяет своему любимому человеку и готов ли перейти на новый уровень в любовных делах. Возможно, даже лев в этот день окончательно примет важное решение из серии «Уйти или остаться». Кого из двух претендентов выбрать? Согласиться или нет на предложение? Положение руки и сердца, ну и что-то в этом роде. Конечно, принять решение будет нелегко, но гороскоп обещает, руководствуясь опытом и прислушиваясь к голосу сердца, лев в этот день сможет сделать правильный выбор. Гороскоп карьеры и финансов для льва. День этот подходит для кардинальных изменений в деловой жизни льва. Если работа перестала приносить удовольствие или деньги, надо собраться и решить, продолжать ли ждать у моря погоды или все-таки начать менять сложившиеся ситуации. Звезды подталкивают в этот день льва к изменениям, однако делать решительные шаги стоит лишь в том случае, если действительно есть моменты, которые вызывают у льва серьезный дискомфорт. Если просто как-то надоело все, то от перемен лучше отказаться. Не факт, что они принесут желаемый положительный эффект. Дева. В этот день даже кошки позавидуют очарованию девы. Втереться в доверие вы можете кому угодно, достаточно немного помурлыкать или состроить жалостливые глазки. Гороскоп обещает, в этот день окружающие будут склонны потакать вашим капризам, поэтому капризничайте в свое удовольствие. Более того, дева в этот день может использовать свои чары как для достижения личных, так и деловых целей. Ну и что? Что? А это против правил. Зато эффективно.
Любовный гороскоп для Девы. В этот день отличное время для планирования личной жизни Девы. Если она состоит в отношениях, то может смело обсудить со второй половинкой даже самые сложные и глобальные темы: знакомство с родителями, свадьбу, переезд, рождение детей. Для Девы же, которая только ищет свою любовь, это отличный день для создания анкеты на сайте знакомств и давно откладываемого свидания. Гороскоп говорит о больших шансах на успех любых романтических начинаниях Девы в этот день. Гороскоп карьеры и финансов для Девы. День может доставить Деве дискомфорт. Если она занимает руководящую должность, то необходимость принимать решения и нести потом за них ответственность сейчас угнетает. Гороскоп склоняет к спокойному и четкому исполнению поставленных задач при условии, что кто-нибудь поставит их за Деву. Поэтому плодотворным день будет у Дев подчиненных, а Девам-руководителям остается просто ждать, когда этот день закончится. Кроме того, можно пойти на хитрость, помогающую снять с себя часть ответственности. В принятии решений советуйтесь в этот день с компетентными подчиненными. Весы. В этот день у весов за спиной могут вырасти крылья. Благодаря позитивному настрою все дела будут удаваться с небывалой легкостью. Тем не менее, гороскоп советует не залезать слишком высоко, чтобы не повторить участь Икара. Этот день идеален для начала новых дел и завязывания отношений, как деловых, так и дружеских. А вот для работы, требующей сосредоточения, в этот день не лучшее время. Витание в облаках не дает весам сосредоточиться на делах и велик риск просчета. Любовный гороскоп для весов. В любых делах в этот день и в первую очередь в любви гороскоп рекомендует весам притормозить, как бы невысока была потребность в ускорении. Горящие дедлайны, срочные требования семьи, масса незавершенных задач – все это может лишить весов внутреннего кислорода, однако время на передышку должно быть всегда. Пусть это даже всего лишь 5 минут, проведенные на лавочке в сквере, но без спешки. Главная задача весов в этот день – выделить время на отдых. Замедленным, свободным от суеты состоянию весов в этот день может открыться третий глаз или второе дыхание. Возможно, им в голову придет интересная идея, касающаяся от отношений. А может быть, в сердце зародится романтическое чувство. Чтобы это не произошло, гороскоп советует весам в этот день взять на вооружение древнюю мудрость. Хорошо, когда опаздываешь, замедлить шаг. Гороскоп карьеры и финансов для весов. В этот день звезды напоминают весам, что дипломатичность и корректность высказываний – это предметы первой необходимости в работе с людьми. Чувство такта может дать сбой, и это незамедлительно скажется на их взаимоотношениях с коллегами и партнерами. Если весы не будут следить за своей речью и за тем, подключен ли их язык к мозгу, то последствия могут быть самыми плачевными. Ну а если весы заметили, что уже кого-то успокоили, успели обидеть, то лучшее время, чтобы извиниться в этот день. Скорпион. День обещает Скорпиону вероятные перемены, которые могут коснуться как его личной жизни, так и материального положения. Совет гороскопа следующий. Держите нос по ветру и ловите все знаки фортуны. Правда, в довесок к удаче и успеху вы можете получить в этот день также парочку завистников и сплетников. Не обращайте на них внимания и берите то, что судьба сама выкладывает в ваши руки. Недоброжелатели могут громко возмущаться, но никакого вреда они не несут ни делам, ни репутации Скорпиона. Любовный гороскоп для Скорпиона. Любовные чувства Скорпиона в этот день могут быть похожими на костер. В зависимости от слов и действий второй половинки оно способно или разгореться до небес, или же затухнуть, как тлеющие угольки. Ничего не поделаешь. Гороскоп указывает на то, что в этот день Скорпион способен полностью заразиться настроением близкого человека. Ему остается только надеяться, что любимый или любимая в этот день будет пылать страстью, а не обдавать космическим холодом. Скорпион, находящийся в поиске второй половинки, также сможет острее обычного чувствовать настроение окружающих, особенно противоположного пола. Так что лучшая рекомендация для него в этот день – провести вечер в компании позитивных людей. Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона. В этот день Скорпиону придется бежать рабочий марафон, если он хочет добиться хорошего результата в своих делах. День складывается так, что все придется делать крайне быстро, можно даже сказать на грани человеческих возможностей. А что поделаешь, ведь в случае малейшего промедления Скорпион рискует упустить благоприятные возможности и остаться у разбитого корыта. Гороскоп указывает на то, что скорость – это главный козырь Скорпиона в этот день.
Стрелец. В этот день стрелец почувствует необходимость перемен, из-за чего весь день может находиться в состоянии поиска. Жажда духовного роста может подтолкнуть его к неожиданным занятиям, которые до сих пор стрельца не привлекали и даже, возможно, казались глупыми и скучными. Рука может сама потянуться за книжкой, прежде казавшейся заумной, или к закинутой в самый дальний угол шкафа картине по номерам. Не исключено, что стрельцу в этот день захочется проявить себя в новой социальной роли, заняться общественной деятельностью или благотворительностью. Любовный гороскоп для стрельца. У стрельца этот день знакомств. В этот день он будет особенно привлекателен для лиц противоположного пола. Гороскоп советует стрельцу ни в коем случае не отказываться от предложений познакомиться. Встреча в этот день может оказаться судьбоносной, если она или он пока одиноки. Тем не менее, стрельцу не стоит бросаться в новый роман, как в омут с головой. Излишняя горячность и напористость, а также завышенные ожидания способны все испортить. Дайте возможность возникшему в этот день знакомству развиваться постепенно, и тогда со временем оно имеет все шансы перерасти в настоящие чувства. Гороскоп карьеры и финансов для стрельца. Во всем, что связано с самосовершенствованием и самообразованием, стрельца в этот день ждет успех. Звезды указывают, что именно по этому пути ему следует направиться, если он рассчитывает на продвижение в карьере. Записаться на курсы, способствующие расширению сферы делового общения, в этот день будет как нельзя кстати. К тому же, на курсах, кроме новых знаний, стрелец может рассчитывать на приобретение полезных знакомств. Козерог. Утро может показаться Козерогу скучным и холодным, но гороскоп утверждает, что день наполнен светлой и солнечной энергией. При этом Козерогу не стоит ждать, когда же начнется праздник, а самому устроить его. Приятные маленькие знаки внимания и к окружающим людям, и к близким дадут импульс к хорошему настроению, и вы не успеете оглянуться, как вокруг вас образуется теплая атмосфера улыбок и искренней заботы. Это тот день, когда именно Козерог должен стать той искоркой, из которой разгорится фейерверк всеобщего веселья. Любовный гороскоп для Козерога. У Козерога в этот день могут порхать бабочки в животе, взрываться фейерверки в голове, а в мыслях звучать залихватские мелодии. Все это может сильно мешать сосредоточиться на делах, зато в отношениях с противоположным полом принесет азарт и искры электричества. Что ж, Козерог, яркая личность и его душа в этот день просит праздника. Гороскоп призывает сдерживать спонтанные желания до наступления свободного времени. Хорошее настроение не должно помешать Козерогу решать текущие дела. А вот ближе к вечеру можно как следует повеселиться, дав увлечь себя страстному водовороту чувств, желаний и ярких эмоций. Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. В этот день Козерог сумеет найти творческий подход к любому повседневному или рутинному делу. Все, что поднакопилось из-за ежедневной спешки, он сможет разложить по полочкам и довести до ума, и даже извлечь выгоду из того, что некоторые дела были отложены но потом. А вот за новые проекты Козерогу лучше в этот день не браться, предупреждают звезды. День не располагает к масштабному мышлению, и Козерог рискует упустить несколько важных деталюшек, которые впоследствии могут повернуть все дело в совершенно другое, неожиданное русло. Водолей. В этот день социальную жизнь Водолея ожидает движения и перемены. Самое время проявить активность и выйти в свет. Водолей может обнаружить, что у него завалялось несколько приглашений на различные мероприятия, которые он может посетить, или же у знакомого день рождения, на котором ему будут рады. Не упускайте ни одной возможности, принимайте все приглашения. Согласно гороскопу, этот день может изменить многое, если вы будете находиться там, где интересно и жизнь бьет ключом. Любовный гороскоп для Водолея. В этот день животные инстинкты будут куда сильнее нежных романтических чувств. Водолей проснется настоящий вулкан страстей. Его поступками по большей части будет управлять страсть, а не любовь, идущая от сердца. Гороскоп предупреждает, что Водолею, состоящему в отношениях в этот день, стоит быть осторожнее и искать удовлетворение дома. Устройте своей второй половинке вечер сексуального террора. Одинокому Водолею гороскоп также не советует терять голову, чтобы на смену шальной ночи не пришло горькое утро. Любые новые связи, завязавшиеся в этот день, скорее всего, окажутся недолговечными.
Гороскоп карьеры и финансов для Водолея. В этот день Водолея ждет успех буквально во всех рабочих делах. Новый проект или завершение старого дела, оптимизация рабочего процесса или точное выполнение поручений, ведение переговоров. Все, в общем, все, к чему Водолей приложит в этот день руку, будет выполнено по самому высшему разряду. Сам он будет лучиться уверенностью и готовностью к любым превратностям судьбы, как космонавт перед стартом, чем внушит уважение коллег и заставит их прислушиваться ко всему, что он говорит, каждому словечку, каждой буквочке. Звезды советуют подготовить расписание, чтобы не растратить такой удачный день попусту. Рыбы. В этот день рыбы могут остро почувствовать, что в сутках слишком мало часов, а потому вовремя сделать все необходимое они не способны. Гороскоп предупреждает. Тревожное состояние вызвано тем, что рыбы слишком требовательно относятся к себе и не оставляют времени на отдых. Им следует пересмотреть график и делегировать коллегам и домашним ту часть дел, что не требует их непосредственного участия. В этот день перед рыбами могут открыться новые перспективы, которые на первый взгляд будут казаться сомнительными. Тщательно взвешивайте в этот день все за и против и доверяйте своей интуиции. Любовный гороскоп для рыб. В этот день гороскоп советует рыбам, состоящим в отношениях, держать сердце на замке, иначе в него может влететь суетливая птичка-разлучница. Свободным же рыбам стоит наоборот расставить силки, чтобы не проворонить близкое личное счастье. Звезда утверждает, в этот день рыбам со статусом в поиске не надо бояться торопить события, смело хватать удачу за хвост. Одинокие рыбы имеют все шансы на многообещающие романтические знакомство. Гороскоп карьеры и финансов для рыб. Этот день рыбам, скорее всего, придется провести в суете и спешке, но на результатах это скажется самым замечательным образом. Все будет выполнено точно в срок, досадных ошибок удастся избежать, а суета даже внесет свежую струечку в рабочую рутину. Так что не на что сетовать, у рыб в этот день все замечательно, хоть и проходит в несколько непривычном ритме. Звезды говорят, что подобный темп работы окажется заразительным, и рыбы создадут вокруг себя хорошую трудовую атмосферу. Вот такой вышел у нас прогноз, мои хорошие. Спасибо вам огромное за внимание, за то, что оставляете комментарии, за то, что ставите лайки, да и в принципе за то, что вы у меня есть. Я желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Конечно же, успехов вам во всех ваших начинаниях. Ну и до новых встреч. Пока-пока.